Знаю, что судя по названию, этот ролик о замечательном аниме Код Гиас. Но сначала предисловие. Первое, это спойлеры. Этот ролик заполнен ими чуть менее чем полностью. Если вы не смотрели сериал, то или ролик не для вас, или марш смотреть. Второе, это мое отношение к аниме. Я вставил эту часть для своих подписчиков, так вот. Я считаю, что аниме это отдушина для интеллектуально развитого человека среди посредственного Голливуда и дегенеративного российского ТВ. Хотя и среди аниме есть градация качества, и не все из него есть шедевры. Однако и детскими мультиками или уродскими фильмами прошу их не называть. А теперь к сериалу. Что же такое Код Гиас? Что такое код? Непонятно. Нет, понятно, что это слово означает. Но причем оно в названии не ясно. А Гиас это то слово, которое сказала Сиси, когда дала сверхспособность главному герою. После чего весь сериал, все так его и называют. Видимо, прочитали мысли у... Об истории мира. В этом мире Япония была возвращена как исконные земли Британии. А Британия — это Америка. Ее столица — Пендрагон. А еще там есть рыцари, император на небесах, как в Ахе, гигантские роботы, ну куда же без них. И кастрированные китайцы, так называемые высшие евнухи. В общем, полный классический набор для аниме. Теперь же нарастим поток спойлеров и перейдем к сюжету. По сюжету какой-то студент-мажор в каком-то городе замечает каких-то террористов. Далее это оказывается не какой-то город, а Токио. Не какие-то террористы, а самые настоящие партизаны, которым чего-то пришло в голову, что Токио это Япония. Доскакались узкоглазые. И вот эти самые террористы чего-то везут в фургоне, за ними охотятся местные рекс-полицаи, и он, решив, когда грузовик подбили, узнать о состоянии здоровья террориста в фургоне, уезжает с ними. Дальше его чуть не убивают эти полицаи, с которыми его дружок, 11-й, ну это как японец, только по-другому пишется, пытается его спасти, который сам полицай, и ему этого не дают сделать. Но Леуша, так звать главного героя, спасает ядовитый газ, которую он выпустил. Выпустил из какого-то железного шара. Этот зеленоволосый смазливый газ зовут Сиси. Нет, не те, о которых вы подумали. Да и Сиси у Сиси не очень-то большие. Их зажимают в каком-то здании полицаи, хотят убить и... Сиси ему, Леушу, дает силу типа шаринган в очке с птичкой, позволяющий зомбировать, то есть отдать один приказ любому человеку, который будет выполнен. После чего Сиси типа спасает Леуша от выстрела и ее типа убивают. А он получает эту силу и приказывает полицаям застрелиться, что они и делают. Ну в сейф. Это был пересказ первой серии, и на этом, пожалуй, закончим. Шучу. Также у него есть друг детства, Сузаку Курага, который полная его противоположность. Я уже упомянул о нем, когда он был с полицаями, которые хотели убить Оу. Так я буду называть Леуша. Он любитель крепкого купанского хуйца и убил своего отца, который был главой Японии до возвращения ее в материнское лоно Британии, как раз за тем, чтобы глоталось легче. Весь сериал заливает об изменении изнутри. Непонятно чего, так как ничего он не меняет, а скорее изменениям мешает. Служит военным Британии и мочит японских партизанов, которые не хотят твердого британского уже 7 лет. Но не трогает гражданских японцев, впрочем, не мешает их трогать другим, кроме отдельных случаев. Воюют в сериале на роботах. Как я говорил, роботы зовутся ночными кошмарами. Очень оригинально. И умеют как минимум бегать и ездить на колесиках, а иногда летать. Вот на них и воюют как Сузаку, так и партизаны. Мочить полицаев, включая Сузаку, Леуш решает из-за несправедливости. Чтобы сделать мир лучше. Всех равными, сестру счастливой и еще тысячу причин. Но так как быть партизаном Палевина, решает это сделать в стильном костюмчике. Костюмчик нулячий такой, поэтому он решает взять псевдоним Ноль или Зера.
А само выпиливание делает с помощью применения своего Гиаса, после чего якшается с истинными партизанами и выясняет, что играя в шахматы можно научиться полководить. А уж в шахматах и императору фору даст. Да и Гиас с этих пор можно не только для самовыпиливания супостатов применять. Чуть позже он основывает Орден Черных Властелинов и набирает туда местных майданутых самураев, среди которых есть довольно сиськатые школьницы, причем из его академии, а также заручается поддержкой местных олигархов, которые снабжают Черных Рыцарей оружием. Так, по чуть-чуть, бегая за кошками и практикуясь на школьницах, в Гиасе, о чем вы подумали, Уу расширяет свою организацию. А теперь чуть о школьницах. Их много. Там и староста Бонда Милли, местная террористка с четвертым размером Каллен, и влюбившаяся в Уу сестра принца Кловиса по ходу самого большого лоха в сериале по имени Ширли Мырли. И даже ботанка Нина, которая любит мастерить ядреные технологии и дружит с принцессой Юфи в будущем кровавой. А вот Сиси не ходит в школу. Она, кстати, не умерла. Оказывается, ей только физически лет так 15, а на самом деле она ведьма. И заключила с Уу контракт. Поэтому пришла через день после своей типа смерти к нему домой, заняла его кровать и принялась уничтожать запасы пиццы Уу, не теряя при этом фигуры. И вот весь первый сезон черные герои на красных роботах воюют против полицаев на белых роботах со странными кличками вроде Ланцеврота, Мордреда, Зигфрида, Альбион, Хули. Также Уу спасает Сиси от френдзонщика Мао, у которого Гиас на чтение мыслей, и узнает, что он у Сиси не первый, однако собирается овладеть Гиасом, а вы о чем подумали? В принципе, не вижу больше смысла рассказывать сюжет. Надеюсь, вы послушались и посмотрели сериал, как я вам вначале говорил. Так вот, перейдем к моей оценке данного аниме. Я не учитель, чтобы ставить оценки, но многие сравнивают это аниме с Тетрадью Смерти. Однако они не говорят, в чем же они похожи. Но я, как человек с наличием мозга, утверждаю, что похожи они псевдоинтеллектуальной битвой главного героя и кого-либо еще, в которой он, разумеется, побеждает, ну, герой. Но на самом деле это метод рояля в кустах, и ничего сложного написания подобного сюжета нету. Однако, если сравнивать сериалы в этом плане, я нашел меньше нестыковок и глупостей в коде Гиас, чем в Тетради Смерти. Да и идея в данном аниме, хотя и не постоянно, так в начале ГГ собирается освободить Японию, уничтожить Британию, а в конце уже сделать всем хорошо зомбированием и диктатурой, разумеется, и под крики «Хайли уж» умирает ради воплощения своей идеи. Все же, при всей банальности, данный сюжет все же менее туп, чем убить всех преступников при несовершенстве судебной системы. Из персонажей мне приметились Сиси, которая наиболее адекватна, бессмертна, загадочно умна, но и чрезмерно загадочна, что иногда бесит. Впрочем, Сиси совершенный идеал тянки, она в сериале даже рабыней успела побыть. Как же не упомянуть вторым Уу, который единственный адекватный мужской персонаж, а еще быстр, умен и с ним лучше не шутить. Псы, я думаю, он выжил в конце, ведь причин для реальной смерти у него не было, а причин и способов выжить овер 9000. Я даже готов оторвать яйца и руки тому, кто решил его убить по сценарию. Реально, скиньте мне адрес этого скажопова. Так что я считаю, что он выжил или воскрес, вне зависимости ни от чего. Третий персонаж из стоящих упоминания – это тот самый Сузаку, но о нем я уже говорил, и стоит упоминания он лишь как самый лицемерный и бесящий персонаж сериала. Позиционируется как положительный герой и воюет на стороне оккупантов и пидорасов, разумеется. Оруэл, хули! Также меня взбесило в сериале пренебрежение пусть и виртуальными, но жизнями, особенно японскими. В течение двух сезонов японцев убивают постоянно. За 4-5 актов умышленного геноцида было убито около 50 миллионов японцев разными способами. Неужели после первого геноцида в Токио они не могли свалить оттуда?
противовес же безликим азиатам, главные герои, так называемые шишки сериала, имеющие имя или сколь-нибудь раскрытый характер, практически не умирают. Например, Корнелия не раз могла отбросить копыта, но Луи ее по-братски щадил. В результате она, как бесполезный персонаж, дожила до конца сериала. Стиль сериала довольно специфичен. Тут есть как мехи, сражающиеся в небе, так и будни в Академии, и комедия прослеживается, и романтика есть. Сериал слепили из того, что было, что не мешает его любить, однако. Музыка в сериале средняя, есть пару треков в моем вкусе, которые играют в этом ролике. Рисовка в сериале специфична. Однако и вселенная, где происходят события сериала, специфична, и при преобладании британского утонченного и чванливого, вытянутые тонкие персонажи в золотой обертке смотрятся только лучше. И на этом мой эпилог Коду Гиас приближается к логическому завершению. Могу о нем сказать, что это одно из лучших аниме, что я видел. Оно даст фору многим голливудским сериалам. Имеет логический конец, прекрасно по сюжету и стилю, вызывает непрекращающуюся бурю эмоций и развлекает зрителя экшоном от начала и до конца. Всем советую его к пересмотру, ведь вы уже посмотрели его, правда? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока!